Значит, мы являемся добровольческим отрядом из Российской Федерации. Группа военных, призванных в состав российской оккупационной армии, отказалась воевать в Украине и вернулась в Россию. Кадры недовольства военных распространены в украинских телеграм-каналах. Призванных из разных регионов России без подготовки и поддержки отправили воевать в Луганскую область. Военнослужащие жалуются, что их просто пустили в бой, как пушечное мясо. Представляем вам эти кадры. Призваны, получается, оказать помощь действиям на территории Луганской Национальной Республики. Все ребята изъявили желание принять участие в специальной военной операции. По прибытию на территорию Луганской Республики местное управление использовало личный состав не по назначению, соответственно, без соответствующей подготовки выпускали на линию фронта, без какого-либо взаимодействия с вооруженными силами Луганской Национальной Республики, Народной Милиции в том числе. На данный момент мы вернулись на территорию Российской Федерации. Какой-либо помощи от руководства нет. Люди живут в разных регионах, в том числе на самых крайних ее отдалениях, скажем так. В том числе на Дальнем Востоке, Архангельская область, да. Камчатка, Сахалин, Мурманск, да, там. В общем, скажем так, отправляли людей просто на убой, как